Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В Люблине построят детский сад на 140 мест. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, строительство объекта, который возводится на Цимлянской улице в составе жилого комплекса, планируется завершить в третьем квартале 2020 года. В двухэтажном здании оборудуют спальни, игровые и обеденные комнаты, кабинеты логопеда и психолога, а также кухню, физкультурные и музыкальные залы. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!